прочту это за 4 дня. Я провалюсь. Обязательно. Не провалишься. Все получится. Давай посмотрим 7-ю главу. Не так быстро, отличница. Я еще 5-ю не закончила. Да, помедленнее. Я говорила, нужно начать раньше. Посмотри на них. От экзаменов никто не уйдет. Извини. Вмятина останется. Что происходит? Ничего, готовимся к экзаменам. Мозги забивайте. У меня тут учебник истории, все такое. Ребята, вопрос по биологии. Думаете, я действительно нравлюсь нашему новичку или просто нравлюсь? Кэтлин, не отвлекайся. Стараюсь, но не смогу сконцентрироваться, пока не буду знать. Тогда подойди и спроси его. Ни за что. А если он скажет нет? Хорошо. Тогда попроси его помочь по биологии. Предложи позаниматься в выходные. Это здорово. Хорошо, давайте занимайтесь. Как все это можно запомнить? Невозможно. Будете заниматься по моей программе, все получится. Хорошо, по программе. Я пытаюсь помочь вам подготовиться. Вы же хотите хорошо сдать экзамены? Да. Да. Ладно, чуваки, здесь слишком шумно, пойду в библиотеку. Но мы же хотели заниматься вместе. Не выдержал нагрузки. У меня сейчас голова лопнет. Помогите! Мило. Еще одна жертва экзамена. Джен, Ники, Джонси, Вайт, Джуд, Кэтлин. Уроки кончаются, жизнь начинается. Глупые правила все забываются. Это не новость, вы знаете сами. Как хорошо тусоваться с друзьями. Нам нравится быть вместе всем. Там, где нам нравится быть. Мне 16, я в начале пути. Мне работу нужно найти. Слава богу, мы больше не дети. Мы теперь за себя сами в ответе. Мне 16, и жизнь прекрасна. Мы взрослеем, это всем ясно. Мы уверены, жизнь прекрасна. Мне 16, жизнь прекрасна. Лично мне это точно ясно. Мне 16. Мы уверены, жизнь прекрасна. 16. День знаний. Сдаюсь. Если я сейчас чего-то не знаю, то уже не узнаю никогда. У нас еще 3 дня, Джонси. Чудесно, надсмотрщик. Кстати, мне не нравится, когда мне звонят и будет в 6 утра. Поверь мне, тебе нужно заниматься. Хочу отказаться от точных дисциплин. Но это ограничит твои возможности в колледже. Спасибо, мамочка. Что еще посоветуешь с утра пораньше? Я просто сказала. Ты знаешь, что кофе пить вредно? Ну, хорошо позанимались. Куда ты уходишь? Я заниматься. Но мы хотели проверить друг друга. Извини, обещал поделиться знаниями с другой группой. Пока. Надеюсь, что нет. По-моему, с Джудом что-то не так. Он слишком спокоен. Пора вызывать неотложку. Нет, правда. Все ужасно боятся, а он само спокойствие. Может быть, он готов к экзаменам? Да, конечно. Я выясню. У меня никто не провалится. Хорошо. Нам нужно сделать перерыв и перебазироваться. Точно. Но мы не закончили. Ладно. Ответ – абсолютный ноль? Да, как ты его получила? Понятия не имею. Дай мне коктейль шоколадный. Ух ты, ужасно выглядишь. Знаю. Даже сказать страшно. Что случилось? Хорошо, помнишь, ты посоветовала спросить того парня, хочет ли он позаниматься со мной? Да. Вчера я не смогла найти номер его телефона и решила оставить записку в почтовом ящике. Ага. Я не могла решиться и 10 раз проехала вокруг его квартала на маминой машине. Это еще ничего. Глупо, но бывает хуже. Было хуже. Меня увидели соседи, подумали, что я грабитель или еще кто-то, и вызвали полицию. Меня сфотографировали в полицейском участке. Кто? Не смейтесь, ребята, это не смешно. Ты права. Нет, ты не права.
Это очень смешно. Полицейские отпустили тебя, да? Они во всем разобрались, когда Джек опознал меня в участке. Получилось, что я преследую его. Мне всегда так не везет. Может быть, найти его и рассказать о своих чувствах? По-моему, ты это уже сделала, когда преследовала его. Ты видел, какие финты откалывает Джуд? Крутой чувак! Да? Постойте, разве Джуд не сказал, что будет заниматься? Может быть, перерыв? С ним надо поговорить. Я поговорю, лишь бы не учить математику. Ну, чувак, может, зайдешь вечерком? Учебники почитаем, закажем большую пиццу. Я угощаю. Не могу, чувак, у меня вечером групповые занятия. Да, отлично. Хорошо, не скучай. В этой новой группе, наверное, классные девчонки. Нужно проверить. В новой группе, наверное, умные ребята. Или новые друзья нравятся ему больше, чем мы. Пусть парень сам разберется. Ну нет, надо найти их. Джонси, вы с Кэтлин в зал игральных автоматов. Почему туда? Если группе нужны консультации Джуда, где еще искать? Хорошая мысль, а ты поищи в парке аттракционов. Ну, что узнали? Он играл в компьютерные игры час назад. А вчера 2 часа катался в парке. Я так и знала, он совсем забыл о нас. Так нельзя. Он был в нашей группе. А я считаю, все дело в девушке. Что ты делаешь? Это он, Джек, парень из полицейского участка. Поздоровайся с ним. С ума сошла? Он меня ненавидит. Он вас увидит. Ведите себя естественно. Очень смешно. Прекратите. Веди себя приветливо, как будто ничего не случилось. Не думаю, что это хорошая мысль. Поверь мне. Иди. Ну, теперь все в порядке. Он сказал, чтобы я держалась от него подальше, а то его мать подаст в суд. Хороший совет, Джен. Ладно, ребята, кто-нибудь знает, где Джуд? Сегодня премьера «Безумных сноубордистов 3». Смотрите, Джуд! Я знал, что дело в девушке. Что я вам говорил? Прячьтесь за укрытиями. Действуйте по моей команде. Приготовились? Пошли! Не так быстро, сестренка. Будем действовать или нет? Не знаю, командир. Скажи нам. Ребята, он уходит! Быстрее! Вот он! Клево! Привет, ребят, как дела? Джуд, что ты делаешь в кино? Экзамены через 3 дня. Да. И что это за красотка в очереди? По-моему, все ясно. Наш скейтбордист не ходит на занятия. Да, тогда почему у меня учебник по истории? Комиксы! Ну ладно. Понимаете, я как бы прогулял занятия. Вообще-то 2 занятия. Ну хорошо, все занятия. А что ты делаешь в кино? Я решил, раз я все равно провалюсь, по крайней мере, получу удовольствие. Железная логика. Ты не пробовал больше заниматься? Ну да, но потом решил, что лучше дать мозгам отдохнуть и начать заново в будущем году. Почему ты не сказал нам? Мне было стыдно. Что если я не так уж умен? Не так уж умен. А кто нашел хомяка в 5-м классе, когда все отказались от поисков? Да, кто подсчитал, сколько хот-догов может съесть обычный человек, прежде чем его вырвет? А потом провел эксперимент и снял его на видео? Я? Ты много занимался в этом семестре, да? Да не знаю, 4 часа. В неделю? Неплохо. Я имел в виду всего. Если ты провалишься в этом году, то не кончишь школу вместе с нами, понимаешь? Если мы поможем тебе, обещаешь заниматься? Вы сделаете это ради меня? Конечно! Мы должны кончить школу вместе, иначе нельзя. Моя воображаемая группа отказалась от меня. Хорошо, я согласен. Мы должны это забрать. Мой борт? Ни за что, чувак! Да, пока не справишь оценки. Тебе нужно рационально расходовать время. Нам всем надо над чем-то работать. Джонс засырен на девушках. Да, ты никогда не рискуешь. Никогда. Но неправда. Приведи пример. Ну... Я схожу с ума на распродажах. Я могла бы не дразнить клонов. Не думайте, что я такая самодовольная, но в голову ничего не приходит. Да? А то, что ты во всеуслышание и все время говоришь, что нам делать... Я сказала это во всеуслышание?
Да. Ну, ты всегда даешь всем советы, но не всегда хорошие. Экстренное сообщение. Это не так. Нам только что сообщили, это так. Прогноз погоды. Нет. Последнее известие, да. И еще новость. Любишь командовать. Новости в 11. Ты не права. Прямая трансляция с гигантоплекса. Вы тут не одни. Ах так? Оставайтесь с нами. Вы все полный отстой. Хорошо, если ты права, докажи. Сейчас 11:54. Ставлю доллар, что ты не сможешь ни во что не вмешиваться с 12 до закрытия. Хочу участвовать. Я тоже. И я. И я. Значит, я получу $5, если до конца дня не дам никому совета. Согласна. Легкие деньги. Все знают, по каким предметам мы помогаем Джуду? Да. У тебя 10 секунд до полудня. Не забудь, никаких отвлечений до экзаменов. 5, 4. Ни игр, ни скейтборда, ни девушек. Ты закончила? Да. Хорошо. Пари официально начинается сейчас. Прекрасно. Удачи, Джуд. А когда мы не будем заниматься с Джудом, все наши силы должны быть направлены на Джен. Кто вынудит ее проиграть, получит приз. Верно. У нас в запасе 6 часов. Она обязательно проиграет. Пока, чувак. Удачи. Хорошо, на чем ты остановился? Х квадрат минус Y квадрат равняется... Долго мне оставаться без борда. Пока не сдашь экзамены. Давай, Х квадрат. Он зовет меня, брат. Он говорит, чувак, прокатись на мне. Ники, она одна. Я захожу. Джин, мне нужно поговорить с тобой. Атака. Новые правила. Нужно изображать болельщиков. У меня есть план, как понравиться Джеку. Пока что он видел меня с одной стороны. С той, которую арестовали? Знаю, это унизительно. Я написала ему любовные стихи. Я прочитаю их ему перед всеми ребятами, с которыми он работает. Правда, мило? Джин? Конечно. Делай все, что считаешь нужным. Я тоже так думаю. Кэтлин, у тебя... Ты что-то сказала? Пока. Пожелай мне удачи. Джонси! Слушаю. Она держится. Ты далеко зашла? Я зашла далеко, поверь мне. Как Джуд обходится без скейтборда? Уверена, все в порядке. Хорошо, чувак. Дай мне скейтборд. И я не сброшу тебя со стола. Ну да, ты этого не сделаешь. Кстати, вот хороший пример. Как правильно называются мышцы ее зада? Глютус максимус. Постой, я теряю объект. Придурок. Если ты хотела пойти со мной на ланч, достаточно было сказать. Три ведущие торговые державы мира. Китай, США и Германия. Есть! Видишь, я лучше соображаю, когда катаюсь. Облом. Когда Титания разбужена была, она влюбилась в тот же миг в осла. Что это значит? Понятия не имею. В твоем любимом магазине, кажется, распродажа. Я знаю, что ты хочешь. Дай мне несколько минут послушать музыку, и я никому не скажу. Нет, Джуд, мы должны заниматься. Хорошо, прочитай до моего возвращения примечание ко второму акту. Договорились. Клево. Представляешь, мы решили сделать тебе татуировки. Сегодня. Блефуешь? Блеф, блеф, блеф. В общем, она говорит, что будет любить его, как бы он ни выглядел. Понял? Что ты делаешь? Ты заболеешь! Точно! И пропущу экзамены. Только я еще не заболел. Наверное, волосы плохо намочил. Нет, я знаю, ты сможешь. Но если я провалюсь, я вас всех подведу. Не подведешь. Мы ведь тоже все раньше проваливались, правда? Правда? Нет. Но я бы провалилась, если бы тебе это помогло. Давай еще раз пройдем третий акт.
Как английская литература? Шекспир теперь мой чувак. Как дела? Привет. Неплохо? Чувак. Я люблю Джейсона из магазина игрушек. Чувак, это не смешно. Шутишь? Это круто. Неужели ты считаешь парня в такой майке глупым, несовременным и совсем не модным? Мне нравится эта майка. Носи ее все время. Здорово держится. Неужели у тебя нет гордости? Слушайте все, сейчас Джонси скатится по эскалатору. Смотрите! Смелости не хватит. Что, думаешь, не смогу? Ты умрешь. Да, наверное, это правда. Я это сделаю, если кто-то не скажет мне остановиться. Он этого не сделает. Даже Джонси не настолько глуп, чтобы рисковать жизнью из-за пари. Не обращайте внимания. Кого я обманываю, это безумие. Кто-нибудь приведите симпатичную медсестру. Самый смелый поступок из всех, что я видел. Кажется, сломал запястье. Хорошо держится. Что это на тебе, чувак? Ты в порядке? Да, кажется. Хорошо, а то я опаздываю к ясновидящей. Она скажет, за кого я выйду и какую карьеру мне нужно выбрать. Чуть не забыл. Если я сдам экзамен, то совершу прыжок с парашютом. Голышом. Почему я до этого не додумался? А что, если парашют не раскроется? Джуд, перестань. Меня не проведешь. Мы выбрали татуировки. Как ты думаешь? По-моему, это мое. По-моему, это глупо. Кстати, мы тут занимаемся. А не хочешь посмотреть на мою? Знаешь что? Я пойду с вами, чтобы морально поддержать. Прекрасно. В 5 часов в тату-салоне. Хорошо? Отлично. До встречи. В воскресенье будем заниматься всю ночь у меня дома, хорошо? Клево. Ты идешь в тату-салон посмотреть. Джуд, не будет никаких татуировок. Они блефуют. Да. Это я. Ты ее добил? Нет. Даже прыжок с парашютом не подействовал? Неважно, теперь я. Привет, ребята. Это мой новый парень, Экс. Ясновидящая указала на него. Как дела, чувак? Посмотрим, как нашим друзьям будут делать татуировки. Клево. Они на это не пойдут. Она не даст сделать это. Это ведь навсегда. Они не сделают это из-за пари. Это ведь навсегда. Она не даст сделать это из-за пари. Вы готовы? Что вы ждете, ребята? Хорошо, кто первый? Я готова. Не терпится посмотреть. Мне тоже. Я пойду первым. Джен не поддается. Что нам теперь делать? Что нам делать? Хорошо, начнем. Будет немного больно поначалу. Стой! Ты никогда не простишь себе этого. И что это за майка? Отстой! А когда тебе будет 40, ты захочешь, чтобы соседки видели бульдога на твоей заднице? На этом парне слишком много косметики. Неважно, что думает ясновидящая, это не он. Голышом с парашютом? С ума сошел! А ты? Что ты здесь делаешь? Тебя уволят! Снова! Я знал, что ты не сможешь промолчать. Ладно, я проиграла пари. Но я права во всем. Ты не права насчет меня. Джонси, если ты здесь, то кто в игрушечном магазине? Знаю, я уволен. Я тебе говорила. Кто-нибудь будет сегодня делать татуировку? Я. Но Джен не выдержала, задание выполнено. Джонси был прав. Я никогда не рискую. Наверное, пора изменить это. Прекрасно, но только не слишком большую. Это ведь навсегда. Я все слышала. Что ж, это не бунт, но очень клёво. Ну теперь ты оставишь молодого человека в покое? Да. Я говорю серьезно, больше никаких неприятностей из-за тебя, лимончик. Хорошо, я же сказала, больше не подойду. Ты опять не прислушалась к Джен. Я пришла в его магазин, чтобы извиниться.
я так рад. Не думал, что сдача экзаменов сделает меня таким счастливым. Только что прыгнул голышом с парашютом. Такой кайф, чуваки, попробуйте, рекомендую. Хватит, чувак, она проиграла. Ты что, забыл? Почему все считают, что я это выдумал? Правда, Джуд, уже хватит. Ты мне не веришь? Смотри. Джуд! Это неприлично. Озвучено по заказу «Дважды два».